Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Давайте поговорим о ностальгии. В ностальгии по СССР, которую социологи, не знаю, уж с какой целью обнаруживают у граждан России, преимущественно старшего возраста, есть немало двусмысленно. С одной стороны, мы отлично знаем, что из себя представляет эта ностальгия. Ей забиты все интернет-паблики, рожденные в СССР, любовь к весна и прочее, и прочее, и прочее. Ее пытаются эксплуатировать создатели сериалов про советских гранда и фильмов про отважных чекистов. К ней апеллируют политики не только левой, но и центристской ориентации. А правых у нас, по сути, и нет. Если ориентироваться на эти медиапродукты, может создаться впечатление, что советский человек только и делал, что слушал Пахмутову, читал книжки про пионера героя Павлика Морозова и майора Вихря, смотрел исключительно неуловимых мстителей, кушал эскимо, запивая его газировкой за три копейки, мечтал стать космонавтом и все свободное время проводил, гордясь строительством БАМа, имущей советской армии на парадах к Дню Победы. Упс. На 9 мая парадов не было. Были только хмурым 7 ноября. Парад на День Победы проводился один раз в 10 лет, на круглую годовщину. Пионеры, чебурашка, космические корабли, бам, на дальней станции сойду, трава по пояс, увезу тебя я в тундру, салат оливье, газировка за одну и три копейки, тир в парке, мама летчик, что ж такого? По очередям ужасной расцвет платья, несъедобному рагу из детсадовской столов, бесконечным съездом и пленумом по черно-белому телевизору никто, конечно, не ностальгирует. А в худшем случае включает режим «Вы все врете, не было такого», отрицая порой не без стыдства самые очевидные факты. Такой эффект возникает в результате примитивно-археологического подхода к живой истории, когда группа сходных артефактов объединяется в целостную, так сказать, археологическую культуру, которая начинает некритически восприниматься как слепок живой жизни. Любой опытный археолог знает, что в реальной жизни обитателей прошлого вещи, во-первых, бытовались некоторым хронологическим сдвигом. Часто пользовались старым. А во-вторых, в реальной жизни у одного и того же населения переплетались в быту артефакты нескольких культур. Один и тот же человек в одно и то же время, в одном и том же месте мог пользоваться славянскими горшками, сарматскими стрелами, римскими фибулами, варварскими подражаниями, римским же пряжкам и даже каким-нибудь китайским импульсом. Между тем, дистиллированная советская археологическая культура, которую выделили конструкторы советской ностальгии, лишена малейшей двусмысленности. Ее пропагандисты относятся к ней со звериной серьезностью. Если в начале журнала фото бровей с Брежневым, в середине оленеводы Чукотки, а в конце эротичные девушки в цветах, то сейчас подразумевает, что советский человек с одинаковым вниманием изучал и брови, и оленеводов, и девичьи выпуклости. А не пролистывал Брежнева, бросал быстрый взгляд на оленеводов, как на экзотику, и сосредотачивался на красотках. Еще одна психологическая операция, связанная с этой ностальгией, полное забвение теми, кто принадлежит к нынешнему обществу изобилия, реальности советского дефицита. Ностальгические вещи сегодня всюду и легко доступны. Но делает их доступными как раз рыночная экономика. В СССР многие из ностальгирующих тех вещей, по которым они ностальгируют, попросту не достали бы ввиду их дефицитности. Или выложили бы за них непропорционально большую сумму денег на сером или черном рынке. Реальная жизнь в реальном СССР состояла из нескольких перекрещивающихся потоков советский официоз и полуофициоз, которым изобиты все ностальгические каналы сегодня, был только одним из этих потоков. Он был, конечно, всюду, но ценился невысоко. Редко какой пионер терпеливо мог выстоять линейку. Официоз презирали, пародировали. О нем рассказывали анекдоты. В школе распевали пародии на советские песни и даже, прости господи, советский гимн подшучивали «засунь пальцы в рот и скажи Ленинград». Это ноги Надежды Константиновны, это ноги Феликса Едмундовича. А где же Ленин? А Ленин в Париже. Самая сексуальная пластинка, речь Брежнева с придыханиями, пущенная на маленьких оборотах. Кстати, речи дедушки иногда реально так слушали, чтобы беззлобно посмеяться от души. На человека, который вместо Альбаны, и Рамины Пауэр или Метели Свиридова стал бы для души слушать песни Пахмутовой о том, что продолжается бой, посмотрели бы как на сумасшедшего или на опасного провокатора. Разумеется, в официозе были более официальные участки. Макс и Энгельс – два разных человека, а Слава КПСС вообще не человек. И менее официальный. Этот неофициозный официоз был связан прежде всего с пафосом строительства социализма, то есть обычной созидательной деятельности человека, лишенный идеологичности, насаженный на романтику покорения больших пространств под крылом самолета о чем-то поет Зеленое море тайги. Не менее мощным, и, увы, гораздо более престижным потоком был импорт. Поклонение импорту просто зашкаливало. Все стремились надеть, съесть, выпить хоть что-нибудь иностранное и сохранить банку темного стекла или хоть жестяной коробок от настоящего индийского чая. Кто скажет, что этого не было, или он не стремился к этому, ну просто не верьте ему. Он бесстыжий лгун и подправляет свою память задним числом. Разумеется, Далеко не каждый был готов продать родину за вкладыши к импортным жвачкам. Помните, как мы их играли на переменах? Хотя вот такие находились. Но мало кто понимал, почему он должен жить с чувством постоянного унижения от того, что все родное второсортно. И даже советские консервы лучше те, что предназначены на экспорт. Импорт бывал легальным официально переведенные книги Хемингуэя, официально выпущенные в фирме «Мелодия» пластинки группы «Абба», а был нелегальный, от фарцовщиков или в личных чемоданах привезен. Шмотки, плакат битлов, сигареты, потом видеокассеты, которые менялись на черном обменном рынке. Поздний советский строй во многом стоял на легальном и полуразрешенном нелегальном импорте. Если ностальгирующий по советскому детству присмотрится к своим воспоминаниям по пристрим, он обнаружит прекрасную страну, которая усилиями Брежнева и Косыгина была наполовину интегрирована в Запад и наслаждалась этим. Там будет петь о Елисейских полях Джо Дассен, на его детском дне рождения будут пить пепсикулу, папина «Жигули» окажется закупленным в Италии фиатом, а родители вечером в кино пойдут на какую-нибудь, прости Господи, Тутси. Без этой софт глобализации, начавшейся еще после фестиваля молодежи и студентов 1957 года, особенности советского строя ностальгической поры не понять. По сути, тогдашний СССР переживал процессы, аналогичные тем, что шли на Западе. Восстановление концентрации капитала, безжалостно разгромленного в мировых войнах и революциях при относительном экономическом равенстве. Всюду строились новые дома, недвижимость. Всюду царил посильный потребительский бум. Эту эпоху всеобщего кайфа называли «золотым тридцатилетием», пик которого пришелся на 68-75 годы, эпоху разрядки. Казалось, еще немного, и обружуазившийся СССР сольется в конвергенции с розовеющим Западом, как союз с Аполлоном на сигаретной пачке. Еще одним важным потоком советской жизни была неофициальная культура. Официально разрешенная, но не канонизированная политически, как театр на Таганке или Акуджава, балансирующая на грани, как Высоцкий, прямо диссидентское, как Галич, Люди обменивались самоздатом и там издатом. Добывали проскочившие малым тиражом через советскую цензуру сборники Мандельштама. Переписывали от руки Гумилева. Некоторые даже ухитрялись прятать в укромном углу Солженицына. И уж точно все знали, что был такой писатель. Написал Иван Денисовича «Матрёный двор», а потом его почему-то запретили, кажется, потому что он написал страшную книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Брежнев в Средней Азии. «Салям алейкум!» – кричат ему трудящиеся. «Алейкум салам!» – отвечает натасканный по такому случаю вождь. «Архипелаг ГУЛАГ!» – кричит подскочивший диссидент. «ГУЛАГ архипелаг!» отвечает Леонид Ильич, истероидной ненависти к Солженицыну, культивируемой сейчас на неосоветских форумах, не было ни у кого и в помине. Люди, искренне верившиеся в пургу о литературном власовце, шли по разряду слабоумных или особенно хитрых сволочей. Явлением на стыке импорта и диссидентства были зарубежные вражеские голоса. Над ними подшучивали, им дело на не верили, но слушали почти все. Какой-нибудь Сева Новгородцев был рок-гуру эпохи и пропагандировал два аквариума. Один предатель Резуна, другой Гребенщикова. Тоже, как показали события последнего десятилетия, предатели. Вуди Аллен как-то писал, что радио воспитало Америку. Все росли на одних и тех же песнях. То же самое можно сказать и про мое поколение. Его воспитало радио, к сожалению, вражеское. И в этом нет ничего хорошего, так как делалось оно по большей части клеветниками и русофобами. Впрочем, слово «русофобия» я узнал именно из него, из истерик Бориса Парамонова со свободой по поводу трактата Игоря Шафаревича. Это была довольно забавная игра отыгрывать с обратным знаком то, что говорили на свободе и BBC про русское национальное самосознание. Скажем, в романе Войновича год 2042, который автор читал по радио из вечера в вечер, льется яд на того самого Солженицына за излишнюю русскость и традиционность. И можно было понять, что вермонтский отшельник и впрямь национальный русский писатель. Ругали Василия Белова за почвенничество и антисемитизм. Особенно его роман ⁇ Все впереди ⁇ Значит, стоило прочесть и подумать. Интеллекта на такую операцию обратного перевода хватало, конечно, далеко не всем. Наша катастрофа начала 90-х была организована именно партинструкторами и заводделами журнала «Коммунист», которые так и не научились слушать западные голоса между звуков и адекватно понимать сказы. Все вышеперечисленные потоки советской жизни и культуры были второстепенными по сравнению с главным, основным, во всяком случае для меня. Расскажу вам страшную тайну. Мы жили в России. Да, конечно, она была лишена своего имени, утраченного на общегосударственном уровне и зашифрованного только в аббревиатуру названия одной из республик. Российская СФСР. Да, она была сильно обкорнена. Лишена многих важных имен и исторических событий. Многое искажалось о а многом умалчивалось. Особенно это касалось правления последнего свергнутого императора. Многое было покорежено и получило искаженные пропорции. Но тысячелетие истории невозможно отменить в 70 лет. Наш мир выглядел примерно как какая-нибудь центральная московская улица где среди старинных особняков и доходных домов в конце XIX века, то тут, то там воткнуты конструктивистские параллели Пипи 20-х, сталинские дома, хрущевки и брежневки. Но сохранилась одна без крестов на куполах церквушка, превращенная в реставрационные мастерские. И все-таки мы жили в России. Зову тебя Россию, единственный зову пелась песня к довольно омерзительному и совершенно антирусскому по духу сериал «Тень исчезает в полдень». Однако сериал смотрели в полглаза, а вот песню знали все. Ее исполняла на концертах Ольга Воронец, а в фильме Екатерина Шаврина. Но все думали, что это Людмила Зыкина, потому что на всю страну гремела другая ее песня. Издалека долго течет река в Волга. В фотоальбоме привезенным отцом из Калининграда, где были и могилы Канта, и памятник Шиллеру, эпиграфом однако стояла. И если здесь кончается Россия, отсюда начинается она. Что мы русские, мы тоже узнавали довольно рано, и отнюдь не из паспорта. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Хороший ребенок прочитывал Лермонтовское Бородино в пять лет, едва научившись читать. А однажды я оказался в музее, посвященном Бородину, на концерте собственного отца, который пел песню на стихи Дениса Давыдова. «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской». Был на дворе, наверное, 1984 год, а там дальше было «За тебя на черта рад наша матушка Россия». Что-то еще про гнилых французишек. Да и не Лермонтовым единым. Швед русский колет, рубит, режет. Полтава Пушкина сливалась с Бородиным в один сквозной метатекст, предварявшийся ледовым побоищем. Наверное, у каждого мальчишки был в детстве знаменитый пластмассовый набор солдатиков, иллюстрировавший то ли само историческое событие, то ли фильм Александр Невский засмотрены буквально до дыр, если только было бы возможно делать дыры глазами в телевизоре. Красные русичи, трое конных, двое спокойный, третий устремленный в атаку, и семеро пеших. А против них зеленые псы-рыцари. Ошибочный советский перевод выражения Карла Маркса «рыцарский сброд» конные рыцари, пешие кнехты. С обеих сторон целились друг в друга лучники, а два мечника эффектно скрещивали мечи. Александр Невский вообще был центральной фигурой русского национального самосознания этой эпохи благодаря своей официальной советской канонизации. И орден в честь него, и фильм, и знаменитая монументальная картина Корина, и книги о нем от довольно ходульной поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище» до замечательного, рассчитанного как раз на подростка, роман Яна «Юность полководца». Нашу любовь к родной истории воспитывали не только и не столько школьные учебники, не только фильмы об Александре Невском, Иване Грозном, Суворове. Из последнего, правда, вырезали антипольскую сцену. Ушакове, Кутузове и Нахимове. Но и исторический роман. Сколько было их разных авторов и разных эпох. Юрий Милославский или русский в 1612 году Загоскина. Беглые в Новороссии. Слово-то какое. Данилевского. Когда пал Херсонес, Анна Ярославна, королева Франции, последний путь Владимира Мономаха, авторство вернувшегося в СССР белогвардейца Ладинского. Кстати, романы эти были написаны с такой большой исторической эрудицией, что удостоились похвал со стороны взыскательных византологов. Советский автор вроде бы про классовую борьбу, а на самом деле про эпоху. Степан Разин Злобина и Емельян Пугачев Шишкова с ярким описанием Семилетней войны. Каждый из толстых дал по прекрасному историческому роману «Война и мир», «Князь Серебряный» и «Петр Первый». Это что же, Татьяна не настоящая Толстая? Сколько раз я малым ребенком, а научился читать я очень рано, стоял на краю дивана в гостиной и воображал, что на самом деле нахожусь на крепостной стене Рязани и защищаю ее от монгола татар про которых прочел в трилогии Яна Чингисхан, Батый, к последнему морю. А в Новгороде в это время творил великий Дмитрий Балашов. Первый роман цикла которого «Младший сын» вышел в 1975 -м. Созданный Балашов эпос «Государь Московский» не имеет в себе равных в мировой литературе. Можно предметно в подробностях и характерах представить себе полтора столетия русской истории. Мне книги Балашова попались гораздо позже. Утешаться страницами русской истории под старость. Но многие на них выросли. Но не только романы. Мировидение мальчиков моего поколения было определено книгой будущих командиров Анатолия Митяева, в которой наряду и наравне с деяниями Цезаря и Ганнибала описывались подвиги Святослава, Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, Суворовская битва при Рымнике, Кутузовский Рущук и Брусиловский прорыв книжку открывал символический рисунок, в котором в одном ряду были изображены русский витязь, петровский офицер, красноармеец гражданский, солдат Великой и современный офицер. О месте красноармейца в этом ряду можно, мягко говоря, поспорить. Но то, что этот единый ряд начинался в Руси, было несомненно. Был и набор большемерных пластмассовых солдатиков, выражавших ту же идею рядом с античными стратегемами, военными хитростями, описанными римлянином Фронтином, Митяев выписал из книг и летописи древнерусские стратегемы. Киевская и Галецкая рати вели бой с полудня и до вечера. Небольшой успех приходил то к тем, то к другим. Когда стало смеркаться, киевляне подняли захваченные ранее неприятельские стяги. Галичане начали сходиться к ним и были пленены. Мы собирали открытки с замечательными работами художника Семенова «Русские доспехи X-XVIII веков». Откуда я узнал слова «бахтерец», «тегеляй», «калантарь», «зерцало». Ему же принадлежал русский мундир в двух частях, посвященный XVIII и XIX векам. На всех многочисленных храмах, изображенных на картинках, обязательно были православные кресты. Не то, что у современных горе-дизайнеров, пошибавших кресты буквально отовсюду. А у петровского офицера на боку трехцветная перевесь цветов национального флага, который в те годы ни одному мерзавцу не могла бы прийти в голову мысль посметь назвать власовским. Напротив, им гордились, как и Андреевским флагом. Русь была важным оборонительным рубежом России при наступлении многонациональной социалистической общности советского народа. Все то, что было запрещено как Россия, вполне легально могло существовать как Древняя Русь. Но давно дело было уже не страшно для исторического материализма. В этом смысле советская эпоха была настоящим древнерусским ренессансом. Если до того в имперской России древность была чем-то давно прошедшим, то тут усилиями таких людей, как академик-филолог Дмитрий Сергеевич Лихачев, она снова становилась актуальной. Другой знаменитый филолог, академик Панченко, так сказал однажды, я эмигрировал в Древнюю Русь. Стараниями целой плеяды деятелей так называемой русской партии, ученых, искусствоведов, писателей, поэтов, редакторов и художников издательства Русь заняла центральное место в нашем историческом космосе, чему особенно способствовало празднование в 1980 году 600-летия Куликовской битвы. Так сказать, альтернативная Олимпиада для патриотов. Одной из опор детского воспитания были русские былины с богатством богатырских образов и не меньше росписью мифических злодеев, в которых без труда угадывались страшные степники ордынцы. Тут и Калин царь, и Тугарин Змеевич, и идолище поганые. Детские книги с продолжающими билибинскую традицию иллюстрациями были обязательным элементом детского обихода. Православные церкви и иконы вполне легально прописывались в школьных и вузовских учебниках как художественное наследие. Фотографии или календарик с церковью Покрова на Нерли присутствовали едва ли не в каждом русском доме как своего рода маркер этнической идентичности. Как только исчезла необходимость прятать в городах иконы, а в деревнях их никогда не прятали, они хотя бы в небольшом количестве, в виде маленьких медных образков, появились почти у всех. Будучи еще не крещенным ребенком, я вполне мог отличить святого Николу от Георгия Победоносца, Троицу от сошествия в ад, и даже Бориса и Глеба от Петра и Павла. А в деревнях у бабулек висели по стенам календари с изображением всех бородатых иерархов Русской Православной Церкви во главе с патриархом Пименом. А в хате, за потемневшим стеклом, тускло отражающим крохотную лампаду, грустно смотрели потемневшие иконы в жестяных окладах, убранные искусственными цветами. Это был хрупкий и убогий мостик с порушенной традицией. Но он был. В возрасте восьми лет, внимательно изучив атлас по природоведению и убедившись, что наша планета – шар, я со всей серьезностью заявил бабушке и маме, что Земля круглая, а значит, Бога нет. Тот же семейный совет после моих атеистических заявлений твердо решил, что откладывать дальше мое крещение нельзя. Такова была, по счастью, мудрая логика традиции. Никакой свободы самоопределения. Если ребенок бормочет занесенные из школы дичь про отсутствие Бога, то значит его точно пора крестить. Скоро в нашей деревенской церкви, где, наверное, крестили мою маму, а может и бабушку с дедушкой, я без свидетелей, чтобы не повредили отцу, с энтузиазмом оплевывал и топтал сатану и принимал крещение во имя Святой Троицы. Не помню, погружали меня или обливали, как тогда по скудости кое-где было принято, но на всякий случай проведение решило окатить меня целиком. И когда мы возвращались в нашу деревню, дождь шел такой, что мы промокли до ниточки. Мой крестильный крест повесили на шнурок бабушки в гардероб. Я очень расстраивался, что не могу носить его в школу, но он навсегда меня оберег от бесноватых завываний Багрицкого. Пусть звучат постылые, скудные слова. Крестик был моей маленькой тайной, сокровенным до срока сердца, придававшим нужную глубину и вербам, и яйцам, и куличам на Пасху, стыдливо называвшимся в исправно продававших их советских булочных кекс весенний. Мы, впрочем, кулич пекли всегда свой. Советский Союз был страной разрушенных, опустошенных, лишенных крестов церквей. Почти нигде не служили. Почти ниоткуда не доносился колокольный звон. Но все-таки даже эти опустошенные церкви были часовыми русского духа среди окружающего стекла и бетона. Здесь очень выигрышной оказалась особенность именно русской архитектуры. Она была экстерьерной, обращенной вовне, свидетельствующий миру всей своей красотой о присутствии Бога. Поэтому даже разоренные, даже ободранные, даже лишенные крестов Церкви все-таки проповедовали Христа, стекленеющему и бетонируемому на глазах миру. Коломенская с его взлетающей ввысь, как ракета церкви Вознесения, с его одинокой и трагичной церковью Усекновения, с открытой даже тогда для каждого Казанской церкви, с остатками царского дворца, с палатами и музеями, с изразцами двуглавый орел, с деревянной архитектурой, один день здесь прививал чувство русской идентичности навсегда. Царь Алексей Михайлович, вокруг чего дворца сложилось село, конечно, казнил Степана Разина, но все же был давно. Бо соединил Украину и родил Петра Первого. Поэтому не был вполне уж отрицательным персонажем. Его большой красивый портрет в полных царских регалиях был в одном из изданий иллюстрированной истории СССР. В этой истории, кстати, одна из глав так и называлась – «Начало национального возрождения». А в целом в первых разделах книги очень много говорилось о русской культуре. Понятно, что вырастая так или иначе на таких книгах, ты становился естественным русским националистом. Былое великое государство напоминало о себе во всем. В трофейных пушках у кремлевского арсенала, в хоре из Ивана Сусанина, которые ставили на музыке в школе. Да-да, я знаю, что и название поддельнее. Опера называлась «Жизнь царя». И хор поддельнее, вместо настоящего Розановского. Но все-таки в нем пелось про великий наш русский народ. В находившемся среди пластинок великолепном звуковом сопровождении к диафильму «Московский Кремль» в своеобразном описании каталоге памятника тысячелетия России или в книге, посвященной орденам Российской империи. В ней, впрочем, тщательно отделялись правильные с советской точки зрения полные кавалеры ордена святого Георгия Кутузов и Барклай от неправильных Паскевича и Дибича. Тот Советский Союз, по которому ностальгируют нынешние неосоветисты, Советский Союз, в котором одна лишь пионерия Комсомолия, где гремят пионерские зорьки и грохочет вновь продолжается бой, где все строят ГЭС и ловят шпионов, ничего общего с реальным Советским Союзом, в котором росли нынешние 40-50-летние, не имеет. По сути, неосоветская пропаганда был взят за главный навязчивый шумный фон, который так раздражал в эту эпоху. Люди искусственно, на зло Гайдара Чубайсу, заставляют себя любить то, чего тогда не любили и любить не могли. Но к чему попросту привыкли за годы постоянной долбежки. В исполнении Летова песни о том, что Ленин такой молодой, звучали куда как осмысленнее, чем в исполнении Лещенко. В целом же нынешний неосоветский культ состоит из самых Отвратительных обрезков советской эпохи, антирелигиозной пропаганды, воспевание массовых репрессий, клеветы на русскую монархию такое ощущение, что все, то, чем мы побрезгивали тогда, теперь с аппетитом доедает неокоммунист: на месте реального СССР с его переплетением и многообразием культурных потоков которая временами и делала жизнь, особенно ребенка, если не счастливый, то очень сносный и симпатичный, получается какой-то красный кадавр, от которого появился он на линейке перед школой, стошнило бы не то, что пионер вожатую Пионер-вожатая, кстати, по большей части была нормальная молодая девушка, официальный сексимул символ школы. Даже лектора общества знания по научному атеизму стошнило. Когда человек, выросший в Советском Союзе, вспоминает свое детство, он вспоминает именно детство, в котором было много и веселого, и грустного, и милого, и противного, и дискомфортного, и уютного. Это детство, где были бабушка, мама, папа, первые книжки, первый поцелуй и прочее, что придумали не при Брежневе и не при Ленине, а в каменном веке. И когда его спрашивают, ностальгируешь? Он уверенно отвечает «да». И тут к нему подбегает великовозрастный дядечка в красном галстуке. И указывая на кадавры из Сталина, Дзержинского, подвалов Лубянки, комсомольских строгачей с занесением в учетную карточку, припорошенных крошкой из конфет «Мишка» и украшенных сверху чебурашкой, и орет в ухо. Вот, смотри, об этом ты скучаешь. Ты рожден в Советском Союзе, сделан ты в СССР, даешь СССР 2.0. Простите, нет. Я рожден в стране, которую даже согласно ее гимну сплотила Великая Русь. На уроке музыки в хоре «Славься» я выучил про великий русский народ. Я крещен в 1983 году в деревенской церкви затерявшийся в русских просторах, калужских перелесках, там, куда и по сей день не проложен даже асфальт. В моем детстве был не только Чебурашка, но и Лебеди Непряда, и не только Буратино, но и Илья Муромец. А одной из моих любимых книг в детстве было «Хождение за три моря», где сказано «А Русь Бог да сохрани, на этом свете нет страны, подобной ей. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.